21.00. Мой вечерний перекус яблочком на голден и чашечка кефира. Всем спокойной ночи, удачного похода. 9.30. Мой перекус. Это у меня запеканка с яблоками. Вот яблочки снизу, сверху яблочки со сметанкой. Очень вкусная, низкокалорийная. Сахара немножечко. И чашечка черного кофе натурального. Пол ложечки сахара. 9.30. Мой перекус. У меня сегодня такой небольшой ленивый хачапури на маленькой тарелке. Тут получается 80 грамм творога, одно яйцо и 1 столовая ложка муки. Жарится на сковородке без масла. Вот просто именно, знаете, смазал, чтобы она была не сухая. Обычно чугунную сковородку вот так с двух сторон нормально пожарилась, ничего не прилипло. Все, украсил сметанкой, укропчикой, чашечкой черного кофе натурального и пол ложечки сахара. 21.00, мой вечерний перекус, одно яблочко, голден и чашечка кефира 2,5% жирности. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. 9.30, мой перекус, у меня пол лавашика, внутри творог и чуть-чуть ложечка чайного малинового варенья. Чашка черного кофе, натуральная, пол ложечки сахара. 9.30, мой перекус, у меня сегодня пол лавашика, а внутри тыква с яблочком. Чтобы было сочненько, я еще туда сметану добавляю. Очень вкусно получается. Чашечка черного кофе натурального и пол ложечки сахара. А еще тут белок. Когда я вот натер все на терке, я разбиваю яйцо. Беру желток, отделяю, потому что он идет сверху на намазку. Вот такие они красивые, желтенькие. Становится чуть-чуть сметаны с желтком смешивать и кисточкой намазывать. А белок я туда же добавляю, чтобы был не сильно углеводный, а был и белок, и углеводы, и жиры. Всего понемножку. Жиров минимально тут, конечно. Все. 21.00. Мой вечерний перекус. Одно яблочко. Это голден. И чашечка кефира, 2,5% жирности. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. А на обед у меня сегодня ачма собственного приготовления из лаваша и творога. Сверху сметанка и укропчик. На самом деле лаваша тут меньше, чем половина, потому что на всю ачму у меня 2 листа ушло. А получается, разрезал я ее готовую на 5 частей, поэтому тут даже меньше половинки лаваша. Вот такая красивая, вкусная чума получается, такая сочная. Очень прикольный рецепт на моем втором канале есть, поэтому кушайте, делайте очень легко в духовке. Ищите нас на YouTube под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.